Вас только за смертью посылают. А мы по другому поводу не выезжаем. Вчера адвокат, сегодня подозреваемый. Как мне вам доказать? Полиграф? Давайте я его пройду. Так а вы его уже проходите. Просто меня нельзя обмануть. Вы ясновидящий? Ему не нужен детектор лжи. Вам сколько лет? Мне 25. 25 лет? И врать не научились. Потому что у него аллергия на правду. Когда люди врут, я ничего не чувствую. А когда говорят правду, я чихаю. Вы убили Настю? Нет. Проверочку на детекторе вы не прошли. Ты что, не знал, что у человека от вранья нос растет? Об этом сказки про Буратино намекали. Правда? Нет. Что с вашим носом? Что у меня с носом? Он вырос немножко. Я ваших шуток не понимаю. Жалко, они смешные. Юрий Стоянов. Неужели он существует? Кто? Парадокс лжеца. Марлен. Премьера. С 8 марта в 21.20 на НТВ.